Всем привет! Сегодня у меня на обзоре будут часы от фирмы Black Shark, модель GT3. Чем примечательна эта модель? Ну, во-первых, из минусов сразу, ребят, вот кто задает этот вопрос, вы большие молодцы, поддерживает ли автояркость данная модель? Нет, к сожалению, автояркости здесь нет, но она может похвастаться яркостью в 600 нит. Плотность пикселей у нее 332, имеет 16,7 миллионов цветов, а также разрешение 410 на 502 точки, на 502 пикселя. Давайте сразу распакуем, чтобы она не отблескивала. Версия международная, поддерживает русский язык. Посмотрите, какой у нее прикольный текстурированный такой. Раньше вот на альбомах, на дисках такое встречалось, на коробках. Тисненный такой узор, плотный. Выглядит классно. По запаху, кстати. По запаху ничем не пахнет, пахнет краской. Чем еще примечательны часы? Кстати, кто хочет раскошелиться, купить дополнительно, так же как и я, дополнительно один ремешок и защитные стекла, либо пленки. Имейте в виду, что здесь в комплекте уже предусмотрено, внутри есть дополнительный ремешок. Основные характеристики указаны сзади. Забыл сказать, что экран здесь практически 2 дюйма, он изогнут. И позвольте я зачитаю, что же пишут на официальном сайте. Оцените плавный изгиб, который плавно простирается от центра экрана и гармонично сливается с ремешком, создавая плавный, элегантный дизайн. Прочный материал корпуса обеспечивает долговечность, а нижняя часть корпуса с керамической текстурой придает изысканный вид. Вращающая заводская головка добавляет тактильную и механическую яркость общему впечатлению. Также здесь указано, что 100 с плюсом интерфейсов у них сразу есть. Но, смотрите, в чем прикол. Второй пункт сразу же все это перечеркивает, потому что здесь есть искусственный интеллект, который сам может создавать бесконечное множество любой на ваш или на его, там уже будет видно, как оно, усмотрение экран. Shark GPT – это что-то типа чата GPT, но поддерживает всего китайский и английский. 10 дней беспрерывной работы обеспечивает аккумулятор. Это все на 250 мАч, 100 с копейкой спортивных режимов. Поддерживает ENC, Bluetooth Calling. То есть на часах мы можем беспроблемно ответить на звонок. И в этой функции мне интересно, насколько работает шумоподавление и работает ли оно вообще. Ну и также класс защиты IP68, что дает нам беспрекословную защиту от пыли, песка и, соответственно, воды. В них можно купаться. Но смотрите, IP68 предусматривает погружение на глубину до 1,5 метра не более 30 минут. Ну и так, приступим к распаковочке, а то и так уже затянули со всем этим. Сами едут, обалдеть. До конца прям, видимо, из-за того, что немного помято, не выезжает. А было бы, конечно, прикольно. Единственное, что, повторюсь, нет здесь автояркости. И, по-моему, мне прислали не тот цвет. Я заказывал себе черный, а пришли серебристые. Не хотел я себе серебристые, если честно, часы. Прислали серебристые. Просто обалдеть не встать. Почему так? И на коробке, интересно, указывают или нет. Я хотел себе полностью черные, чтобы они никак не выделялись. Вот черные просто и все. Это уже минус. Сзади что есть? А, вот смотрите. Цвет серебро. Я даже не обратил внимания, честно скажу, немного расстроен. Впечатление уже не очень. Можно расстроиться даже из-за такой мелочи. Беспроводная магнитная зарядка. Шнурок 40 сантиметров.
силиконовый. Браслетик черный. Бе. Черный как-то выглядит прям стрёмно. На ощупь не то чтобы мягкий, не то чтобы прям силиконовый. Ну, тактильно приятный, я бы сказал. И инструкция. Куда же без нее, да? Почитаем обязательно. Давайте посмотрим. Интересно, русский есть, если версия международная. Ну, как обычно, зачем нам что-то еще, кроме английского, да, и китайского. Хотя на английском полностью, на английском китайского нет. Сразу смотрим на изгиб экрана. Но он изогнутый. Что говорят там люди, что он совсем не изогнутый. Вы обратили на него внимание? Вот, к примеру, часы обычные, никакие не изогнутые. Хотя края у них тоже изогнутые. Больше, чем здесь, наверное. Да, здесь закругление меньше по краям. Но выглядят за счет большого экрана они действительно впечатляюще. Почему взял коричневый ремешок? Потому что банально надоели черные. Хотелось чего-нибудь прикольного. Я вообще люблю яркие цвета. Сзади, конечно, куча прям датчиков. Посмотрим, как они себя ведут. Посмотрим на заявленную автономность. Сразу скажу, что у меня часы никогда не работают бесперерывно на Bluetooth. Bluetooth у меня время от времени включается, выключается. Не вижу в этом смысла постоянно, что он активен. А, да, кстати, многие пишут, что меряет на колбасе. Но мне в это что-то не верится. Часы не настолько уж древние, чтобы такое делать. Но посмотрим. Быстросъемные механизмы, которые позволяют в любой момент, в любую секунду снять ремешок. Это как раньше было на обычных часах, но таких вот механизмов не было, просто защелки были. И часто у меня, помню, эти ремешки, вот эти штуки рвались, и на рынке продавалось безмерное множество этих штук, и нужно было подбирать по своему размеру. У меня, кстати, часы на тот момент дорогие были, и дорогие для меня, как память. И одной рукой, вот я смотрю, уже неудобненько мне это сделать. Застежка, кстати, здесь классическая, как раньше использовалась на часах. Мне это нравится, хотя не кожаный. Это однозначно может, конечно, какая-то эко-кожа. Я вот с этим соглашусь, но не соглашусь с тем, что это действительно настоящая кожа. Кстати, выламывать руку очень неудобно. Зря я, наверное, надел, чтобы все это продемонстрировать. Покрутим колесико. О, когда крутишь колесико, меняются циферблаты. В меню заходить нажатием. И здесь смотрим. Вызовы, спорт, записи, шагомер, частота сердечного ритма. Интересно было бы в приложении подключать ненужные функции, которые здесь, я считаю, лично мне не нужны. Допустим, женские вот эти дни, да, что у нас здесь? Кислород в крови, стресс, секундомер, уведомления, сон, погода, сигнализация. Есть режим сигнализации. Музыка. Активируем так. Или нужно нажимать? Нужно в настройках. Сигнализация, музыка. Интересно, музыка. А, это управление музыкой. Понял. Свайп работает? Работает. Дыхательные упражнения. Таймер. Найти телефон. Игра. Что в игре? Что это? Опа. Галага. Кто ее называет Галага, кто называет Галаксиан. Это популярная в свое время игра на консолях, но не первого уж поколения, конечно.
Опа, босс, какой-то полубосс на своем крутом самолетике был. Но я куда-то добрался. Видно, что я уже играл, наверное, когда-то. Но там они стояли на месте. Здесь экран двигается, там ничего не двигалось. Хотя если Galaxian вторую взять, там просто экран, у тебя внизу находится твой космолет. Что это, обновы? А вверху находится орда из, наверное, 20 самолетов, которые слетают со своих мест, со своих площадок и начинают по тебе шмалять. Они вот передвигаются, а ты можешь передвигаться только вот по горизонтали внизу. Все это, в общем, занимательно, но никому не интересно. Давайте свалим отсюда. Календарь, голос. Это типа Siri, что-то такое, да? Или Алисы. Shark GPT. What day is it now? Решил перезапуститься, что ли? Серьезно, что ли? I don't have access to real-time information about the current day. The date and time are determined by the user's device or system settings, and I can T-access or modify them if you want to know the current day. I suggest checking your device or system settings, or asking someone else who knows the current date and time. Все, в общем, понятно, да? Она нам ответила, что если ты хочешь, в общем, посмотреть данные, воспользуйся своим телефоном. В общем, какая-то немного полная ерунда. Нужно будет потом разобраться. О, калькулятор – это уже что-то прикольное. Это что, экранные часы? Что значит экранные часы? А, это типа always on. Чего там удаленное? Еще нужно добавить. Есть регулировка экрана. Яркость. Яркость, кстати, достаточно яркая. От 3 до 20 секунд. Это такой краткий экскурс, что же здесь все-таки есть. В общем, что я могу сказать? Выехало у меня, только что выехало оповещение, подозрение на спам. Это я сам себе звонил. У меня телефон решил это все дело заблокировать. Я ответил, слышно нормально. Но из-за того, что я сижу близко, все эти устройства находятся рядом, конечно, фонило. Знаете, как на радио раньше звонишь, и если ты рядом с источником находишься, с магнитофоном, это все начинает забивать, и слышится такой звук ужасный. Просто нужно отодвинуться подальше от устройства, и будет вам счастье, говорится. Как говорится. Переключается вот тактильно, прикольно. На ощупь, кстати, часы очень прикольные. Радует, что все это не пластмасс. По поводу закругления я уже сказал, закругление имеется. Может, не такое, как хотелось бы многим, но оно имеется. Вот такой вот краткий экскурс был, ребяточки. Давайте не будем негатива нагонять. Что бы еще хотелось сказать по поводу экрана? Было недовольство людей, я читал в отзывах, что якобы скроллинг какой-то туповатый, что здесь нет 60 кадров, что вот нет 60 кадров, я как бы, может, с этим и соглашусь, но, может, скорее всего, это недопиленное меню, потому что здесь вот листается, ну, вполне адекватно, ничего не подтормаживает, ничего не происходит, все как бы класс с этим. Другое дело, если, конечно, выбрать другое меню. Здесь тоже ничего не подтормаживает. Давайте вот зайдем, где там были эти темы. Зайдем в тему, выбрать что-нибудь. Давайте вот такое. Ну, смотрите, идет плавненько. Может, здесь вот и нет 60 кадров. Нет, да, но идет мягко. Если надо посмотреть, все видно. Как бы не знаю, в чем там прикол.
хейтить. Хотя в дальнейшем, я же говорю, сниму полноценный обзор, и там уже будет более ясно. О, так нельзя крутить. Я в этом деле первобытный, у меня никогда с такими циферблатами не было. Что за лампа? Так, ребят, ну и давайте сравним. Вот у меня в руках Honor Band 6 и Black Shark GPT. У меня уже GPT. И Black Shark GT3. Посмотрим, насколько они активируются, когда запястье поднимаешь. На этом тоже говорили, что иногда активируется плохо, но проблем как бы я не заметил. Вот. Активируются оба хорошо. Еще заметил здесь прикольную фишку. Смотрите, вот пульс 76, да, показывает. И максимально допустимая нагрузка. Все-таки, если посчитать, это будет 152 удара в минуту, если добавить еще. И плюс еще здесь немного, да? Ну все, давайте по шагам. Смотрите, 125 и 1750. Так, ребяточки, ну сделал я ровно 100 шагов. Эти у меня показывают 228, эти показывают 1851. Как говорится, встряхну и посмотрим, что будет. 228, вот видите, эти в таком положении под таким углом уже не активировались. А эти активируются. 1851 и 228. Погнали. Смотрим. 228, 1851. Так, колбасы, к сожалению, нет. Банана тоже нет. Хотя я как-то проводил опыты на бананах. Этого видео вообще нет у меня на канале. Тем не менее, бананы показывали у меня на часах. Так, давайте. Вот. Прикладываем к капустине. И смотрим. Немного, конечно, нужно подождать. Не рассчитывайте на то, что мгновенно у вас все покажет. Хотя уже показало практически 90 ударов. 80. Давай, у капустки пульс падает. 73. Нет, нет, мы теряем ее. Нет. 66. Держись, капустка. Держись, родимая. 67. Фу, стабилизировалась. Все, капустка стабилизировалась. 67 у нее пульс. Все в порядке. Хороший пульс. Ну, а теперь давайте Black Shark. Здесь, кстати, прикладывать намного попроще. Ждем. Нет, уровень стресса капустка мы сегодня измерять не будем. Мы измерим твой сердечный ритм или твой пульс. Давай, какой пульс ты нам покажешь, капустка? Капустка тоже измеряет пульс. 76. Как мы помним, последние измерения были 67 ударов в минуту были у капустки. Начала нервничать. Повышается пульс. Повышается пульс у капустки, потому что, видимо, она тоже думала, что не измеряет. Во, какое уведомление у меня выехало. Я протер после капустки. Оно мне написало устройство неправильно. Так, ну и для тех, кому интересно, конечно, не показал менюшку, которая свайпом вызывается сверху вниз. Здесь у нас показывает сопряжение. Здесь можно выбрать
какая у нас будет яркость экрана, режим «Не беспокоить», режим обнаружения, я так понимаю. Фонарик. Кстати, сейчас можно посмотреть на рамки. Они не такие уж и гигантские. Здесь вверху 4 мм, конечно, точно есть. А здесь 2 мм, не больше. Плюс на закруглениях. Ну, так, такая уж режим поворот запястья для активации экрана. Это я сейчас скажу. Ну, это календарь. Кстати, неплохо выглядит вообще. Классно, я бы даже сказал. То есть в любой момент можно посмотреть, какой день недели, когда, что. Ну и здесь, соответственно, настройки. По меню, я как говорил, оно, да, вот здесь нет в меню 60 кадров, но оно не притормаживает. Может, кадров 30 здесь есть, но меню не тормознутое, не тупое. И по поводу этого, ни одного обзорщика не рассказала о том, что эти часы могут проигрывать музыку непосредственно с самих себя. Этим могут похвастаться только модели подороже от 7 с плюсом 1000 рублей, соответственно, через которые также можно звонить. Но я же говорю, это часы другого ценового сегмента, они стоят до 3000 рублей, 2800 в моем случае, они мне обошлись 2785. Давайте еще немного по поводу комплектного ремешка. Конечно, все же будет, наверное, правильней поносить. Но хотя по тактильным ощущениям вы же можете определить, насколько жесткий он, насколько эластичный, насколько он изгибается, вот это все. Соответственно, можно сделать вывод, будет он натирать или не будет. Если он будет более шероховатый, конечно, он будет натирать. И отдельно вот приобретенный ремешок и пленка. Этот, я бы сказал, он такой более силиконовый. Этот такой более резиновый, я бы сказал. Этот, видимо, и есть силиконовый. Он изгибается даже немного лучше. И тактильно, по ощущениям, он лучше. По весу меньше, сразу слышно этот. Давайте взвесим. Барабанная дробь 17 грамм, я же говорю, этот легче, чем этот. Мне, я больше чем уверен, никто не поверил, да? Ой, да он взвесил часы, просто из-под полки достал, и все нормально. Ну и давайте сразу по поводу пленочки, что вообще там. Сухая, о, даже две есть. По поводу качества ничего сказать не могу. Сменил ремешок на силиконовый. Он очень мягкий, классно чувствует себя рука. Я считаю, лишние 100 рублей стоит переплатить.